Технологичный лед, современные раздевалки, удобные зрительные места, пандусы для колясочников. Так выглядит новый ледовый дворец в микрорайоне Левобережный. Арену площадью 4000 квадратных метров готовят к запуску. Красивый, очень современный, главное, вот пока еще вот не катались, но уже видно, что качество льда должно быть очень соответствующее. Удобно играть в хоккей, я думаю, что будет. Ледовая арена круглогодичная. По будням здесь будут тренировать детей из спортивных школ, в выходные – массовые катания жителей Химок. Также на арене организуют прокаты за точку коньков, а в уютном кафе можно будет подкрепиться. Наконец-то сбылась мечта многих родителей, что у нас появился ледовый дворец, наш Левобережный, что не нужно никуда ездить, что можно привезти сюда ребенка и, собственно, самой встать на коньки и покататься. Строительство начали год назад. За ходом работы следила администрация городского округа. Ледовый дворец «Триумф» – один из трех социальных объектов, которые откроют до конца 2019 года на левом берегу. В этом году в районе Левобережной, кроме этого ФОКа, появятся еще два спортивных объекта. Это еще один физкультурно-оздоровительный комплекс, плюс еще бассейн на территории Института культуры. Сейчас остались финальные штрихи. В этом ледовом дворце посетителей планируют принять уже в апреле.